Привет, мои дорогие! Сегодня я отвечаю на эстафету сразу двум каналам. Первый мне прислал Сергей с канала «Под рюмочку». Очень хороший канал, он мне очень нравится. И тут же прилетел от канала «Маришка Мандаринка». Тоже милая девушка, очень мне нравится, смотрю ее тоже постоянно. Я ссылочку оставлю, загляните тоже к ним, если вам понравятся они, подпишитесь. Так. Ну, приступаем. Нужно рассказать историю моего имени. Меня зовут Надя, Надежда. У меня есть как бы небольшая такая история моего имени. Когда мама пошла меня рожать, у нее уже была дочка. Это моя старшая сестра Светлана. И когда она меня родила, мама назвала меня Татьяной. Ну и вот, а когда мой отец приходил со Светой навестить маму в больницу, Свет всегда кричала: «Мам, покажи Надюшку!» Мама ей говорит: «Не Надюшку, а Танюшку!» Ну ладно, на следующий день приходит навестить мою маму. Света опять кричит: «Мам, покажи Надюшку!» Мама: «Не Надюшку, а Танюшку!» Ну так и думает: «Да ладно, ну раз хотят Надюшка, пусть будет Надюшка!» Ну вот, а мама меня хотела назвать Татьяной. Так вот, как бы маленькая такая вот история есть с моего имени. Второй вопрос. Скрытые таланты. Как бы я даже не знаю, какие у меня... Ну, вот знаю точно. Возможно, это будет звучать немножко как хвастовство. Но мне кажется, как бы я сама даже удивилась, насколько мне хорошо как бы нравится и как у меня хорошо получается работать с особенными детками. Но мне кажется, это даже в каком-то смысле и есть талант. Потому что нужно ведь... Нужно подход найти к ребенку, к особенному. Терпение. Как бы, мне кажется, у меня так хорошо получается. И мне кажется, как будто эту... Я сама даже удивляюсь, насколько мне это нравится и как у меня получается замечательно. Так что, мне кажется, вот это у меня талант. Потом, что еще? Мой муж считает, что у меня хорошо получается играть всякие там Candy Crush, вот игры на телефонах. Потому что я уже столько левлов прошла, как бы это, уровней. Он считает, что это, он всегда удивляется, что у меня так получается хорошо играть в эти игры. Ну, как бы, не знаю. Ну, так вот, мне кажется, я готовлю хорошо. Люблю, и у меня хорошо получается что-то переделать, какие-то вещи переделать, дать им вторую жизнь. Как бы вот такие вот вещи. Я думаю, это, наверное, такие таланты вот у меня. Третий вопрос. Расскажите про свои страхи. Я обещала Сергею, что я буду честно отвечать на вопросы. И так что я расскажу, как есть, какие у меня страхи. Страхи у меня как бы такие страшные, как сказать, такие как бы сильные. Во-первых, все мои родственники, мои сестры, и вообще я очень благодарна моей дочери, моему мужу, моим сестрам за понимание, потому что у меня очень сильный страх ездить на трассу выезжать. И не только на трассу, ну, как бы быть за рулем. Я очень боюсь вообще водить машину. Мы лет 8 назад с дочкой попали в аварию, и вот с тех пор у меня как бы вот эта вот проблема все хуже и хуже и хуже. И у меня страх все сильнее и сильнее. Я уже к специалистам обращалась с этой проблемой, но ничего не помогло. И вот мои родственники, я прямо им благодарна очень, что они всегда с пониманием, всегда меня приедут, возьмут, и мы куда-то поехали вместе без проблем. Как бы вот этот вот страх один. Потом страх у меня какой есть? Очень такой, знаете, страх, который всю душу сгрызет, как бы вот такой вот страх. Поэтому я как бы страх, потому что я боюсь опять вот это, чтобы у меня были в жизни эти моменты. Я стараюсь их, ну как, хотелось бы их избегать, но не получается. Но я имею в виду вот какие вещи. Мне даже как бы всегда трудно про это говорить.
Например, у нас был дядя молоденький, и этот брат у мамы, дядя наш, он очень как бы недалеко по возрасту от нас отходил, как бы разница между нами была не очень большая, он как бы этот старший брат был для нас. Такой чудесный вообще человек был, вот сама доброта, добрый, нас любил не знаю как. А мы росли еще, у нас семья-то была как девчонки одни, а отца не было в доме. И мы всегда как бы чувствовали хоть какую-то от него защиту, поддержку такую вот мужскую к нам. И вот один раз, мне как бы всегда трудно говорить про это. Один раз он... Я пришла с ночной смены. Я молоденькая была тогда, только после училища устроилась работать. И работала в ночную смену. Ну и вот с ночной смены пришла, легла спать. Ну, днем как бы утро еще это было. Я сплю. Я сплю и тут просыпаюсь из-за того, что сестренка младшая открыла дверь, и пришел вот дядя. А он знал, что у нас в шкафу, ну, то, что мы без отца росли, и мама всегда у нас, всегда она должна была иметь самогонку на случай, что если хоть соседа, хоть кого-то попросить что-то по дому вот подремонтировать или что-то, она всегда рассчитывала, вот давала бутылочку самогонки. Она еще такую хорошую делала всегда, как бы мужики всегда ради этой самогонки готовы были у нас все отремонтировать, как бы. И мама всегда держала в шкафу у нас, вот это у нее запрятано было. Ну и вот, а дядя, он любил выпить. И вот я пришла с ночной смены, я сполоснулась, легла спать, а одета я была, футболка просто на мне была, ну и плавочки как бы. И он заходит и сразу к этому шкафу говорит это, я возьму это, бутылочку, типа. Я ему говорю, не бери, не бери. Я начала на него ругаться, его всякими словами, потому что я знаю, что я встать-то не могу, чтобы его остановить. Я стараюсь его словами как-то это обидеть, чтобы он остановился. И он, ну что ты, Надюшка, да ладно ты это, не переживай, ничего страшного, я мамке все объясню, мол. А я знаю, что, ну, я знаю, что и маме тоже не понравится, что он водку забрал, эту самогонку. И вот я на него такие слова, я так его, да чтоб ты, да больше не приходи, я тебя видеть не хочу. Я ему вот такие вот слова, у меня с такой злостью, я его прям, я потому что так хотела его остановить, чтобы он не уходил, не забирал эту бутылку. Потому что я физически не могла как бы встать его остановить, понимаете. Я ему таких слов наговорила, это вообще, и... Через два дня он... Через два дня он погиб. И вот как бы я хотела... Как бы я хотела, чтобы я не говорила этих слов. Потому что на самом деле я его так любила. Он так нам дорог был. И вот этот вот страх, вот что я опять кого-то обижу вот так вот. И вот это будет меня грызть опять. Вот это так, вот такая боль. Вот это вот я как бы... Вот такие вот страхи. У меня на самом деле страх. Страх обидеть родного, любимого человека. И обидишь, а потом не успеешь извиниться. Не успеешь забрать свои слова обратно. Уже ничего не сделаешь, понимаете? Вот это вот я как бы боюсь, чтобы у меня как бы не было больше. Потому что у меня... Есть такие моменты. Я не знаю, или я слишком эмоциональный, как бы, я не знаю, как помочь самой, как бы, с этими вот страхами обидеть кого-то, вот так. Потом еще страхи какие у меня. Сейчас вот я вам еще про такой сильный страх, какой у меня вот в жизни. Мы все как бы знаем, в России это очень распространено, очень популярно. В Америке особо про это не говорят. И очень зря. Это про всякие как бы нечистые силы, про домовых. И когда я росла,
Со мной это случалось, как бы меня душил домовой очень-очень часто. Я прям боялась по ночам спать ложиться. Это случалось со мной и еще с одной нашей сестренкой Солей, которая у нас вот во Флориде живет. Я все это время думала, почему только нас? Ведь в одном доме мы жили, в одной квартире. Почему с нами это происходило? Почему других сестер, маму как бы не трогает он? А почему именно нас вот Соли душит домовой? И как бы было это в течение, ну, например, с 14 лет, с 13, когда мне... И уже, может, лет до 25 было это. Очень часто, несколько раз в неделю. Не каждый день, но несколько раз в неделю. И кто знает это, понимает, как бы, какое-то страшное чувство. Еще дело в том, что в один раз, как бы одним утром, оно мне показалось, я увидела это. То, что душило меня по ночам. Ой, лучше бы не видела. Ну и вот, и когда я уже в Америку приехала, это как бы все это время... И я всегда старалась с людьми на эту тему заговорить. Потому что когда ты разговариваешь, ты иногда находишь ответ на свои как бы проблемы, вопросы. Я всегда любила разговаривать с людьми на эту тему. Или, например, слышу, люди разговаривают, я всегда сижу и тихонечко слушаю. Любила вот на эти темы разговоры заводить, вот любила я. И как бы всегда я считала, что-то не то со мной, наверное, что-то со мной не так. И уже когда я в Америку приехала, даже не помню, как мне попала на глаза вот эта вот книга. Вот, поближе сейчас вам покажу. Вот видите, сидит на женщине, на груди у нее. И один профессор, очень знаменитый профессор из университета Пенсильвании, он написал вот эту книгу. Он занимался много-много лет, потому что с ним это же случалось. И он это же видел тоже, это вот, что душило. И он начал как бы изучать эту проблему. Он говорит то, что все, как, сколько он не заводил эту тему, люди старались, ученые, сказать, как бы это не существует, как бы закрывать глаза на это. А он пытался больше как бы узнать и больше изучить это вообще вот сторону как бы вот. Черную, или как ее назвать, нечисть всякую. И в этой книге, это моя первая книга, которую я прочитала на английском языке. Здесь очень много людей рассказывают свои истории, свои случаи, как с ними случилось. И он даже вот тут вот в конце книги есть, типа как анкета, вот он просит людям, чтобы они свои истории рассказали, как с ними это случалось. Я все мечтаю прям съездить, встретиться с этим профессором, поговорить вот так прям глаз к глазу. Хотелось бы очень поехать. Так что, как бы, может, как-нибудь я еще сниму видео прям только по этой теме, расскажу, какие истории люди рассказывают, с ними случались. Так что это... Ну, это еще называется сонный паралич, но я не могу согласиться, что это сонный паралич, потому что я видела этого как бы... Как его назвать? Так, ну ладно, я уж так что-то разошлась. Так, следующий вопрос. Какие качества вы любите, цените в людях? Сказать про три качества. Самое первое скажу, мне нравится, когда у человека есть сострадание. Сострадание хоть к людям, хоть к животным. Это качество я хорошо ценю в людях. Такое впечатление, если есть в человеке сострадание, в нем есть вот целый букет хороших качеств. Я вот так вот вижу это. Нравятся тактичные люди. Очень уважаю, мне нравится общаться с тактичными людьми. Также нравится качество в человеке, который, знаете, вот пообещал что-то сделать, и он сделал. Если не мог сделать, он тебе скажет и обговорит с тобой это, по какой-то причине, если нет. Вот нравятся мне как бы люди, которые держат свое слово. Вот такое вот тоже качество мне нравится. Потом следующий вопрос. Сейчас посмотрю, какие у нас тут. Сова вы или жаворонок?
Вот этот вот вопрос, я даже, честно говоря, сейчас вот и не знаю. Такое впечатление и не то, и не другое. По правде, я могу запросто лечь поздно и проснуться рано без проблем. Вот как раньше я 100% была сова, а сейчас как будто не то, и не другое. Так, следующий вопрос, последний, в общем-то. А ваш любимый продукт и ваши любимые блюда? Так, продукт. Я, наверное, не смогла бы без фруктов. Особенно персики мои самые любимые. О, я прям персики обожаю. Так, а блюда? Самые мои любимые блюда – это голубцы. Нас наша мама научила делать так вкусно голубцы. С такой подливочкой вкусненькой. Мне кажется, лучше наших голубцов никто не делает. Вот я прямо так вот хвалюсь. И даже вот девочки делают, Наташа со Светой, в ресторане. И они прям, голубцы очень популярные блюда, считается, в их ресторане. И люди с других штатов приезжают, лишь бы только голубцы поесть. Так что спасибо нашей мамочке, она нас научила, голубцы знатные. Вот. Теперь что, последний вопрос у нас, не вопрос, а кому я передаю эстафету? Эстафету я передаю двум каналам. Это Светлане, канал «Любимые хвостики». Канал у нее очень даже молодой, поэтому я вам, пожалуйста, предлагаю, советую, подпишитесь к ней, поддержите ее канал. Она рассказывает, она заботится о бездомных кошечек. Она все делает это одна, самостоятельно. Так, и второй канал – это «Секреты жизни на даче», Татьяна. Я тоже уже так к ней привыкла, мы прям с ней тоже постоянно друг дружку смотрим, уже прям хорошо знаем наши семьи, как бы. Вот тоже предлагаю вот посмотреть, я ссылочку тоже оставлю. Ну вот, ну спасибо, я, мне кажется, что-то прям разошлась сегодня. Ну, спасибо, что кто меня дослушал до конца. Спасибо вам за внимание. Всего вам хорошего. Пока-пока.